20 километров от Киева. Подмен нету, но? Ждем, ждем. Каждый молодой. День 200-х, 300-х возят дожди. Что, каждый день стреляет, да? О, вообще, день несколько раз. Вчера вот один танк, одну БМП взорвали. А вашу взорвали? Да. Ну, батальон там? У нас или все вместе? Все, вся эти баркульская дивизия вообще тут. Ну, колесную технику, говорит, полностью разъебали. Потому что там дохуя кого в плен взяли еще. А что, а как они, блядь, плен берут нахуй? Они сдаются, просто на колени встают и все, и не стреляют. А этот гражданским автоматы все оружие выдали, РПГ, хуйню. И они, кроме из леса, ну, партизанская война идет там, из леса выбегают, обстреляют и обратно. Эй, наверное, держись, не добавляй. А, держись, хули делать-то. Каждый день бухаем, блядь, потому что страшно, блядь.